сложность задачи заключается в том, что о своем автомобиле я говорить плохо не могу. Да и не буду, собственно говоря. Да, есть у меня Самьянг Актион. Купил я его во многом благодаря моей ненаглядности. Ну почему? Потому что оригинальная внешность, и это Mercedes, кстати, как кому бы не хотелось. Ну, конечно, эти автомобили не лишены детских болезней, но мы сегодня о преимуществах. Самьянг Action Sport. Из преимуществ Samyang Action Sport я назову первое и самое главное. Дело в том, что очень многие владельцы джипов так до конца и не сознают, что ездят они на универсале. То есть все они колхоза, ну то есть колхозники. Преимущество недостатки пикапов. Ну, недостатки для кого-то чисто эстетические. Преимущество. Этим багажником можно пользоваться на все 100%. То есть ввести спорт оборудование. Поставить туда, ну пожалуйста, снегоход, квадроцикл, да все что угодно. Вот лыжи водные, без разницы. Запихивать туда. Шашлык тоже не испортится. Ну, кому-то не нравится, что типа вот в мой пикап могут залезть и что-то оттуда вытащить. Ну, у меня основной принцип, в багажнике должна быть только запаска. Вот. Тот, кто не понимает, и для самых продвинутых есть такой тюнинговая вещь под названием Кунг. Вот он здесь есть, на этом серебристом автомобиле. Кстати, Кунг может покрасить любой цвет. И теперь, о чем бы мне хотелось и еще рассказать, чтобы, ну, подчеркнуть спортивность Samyang Action Sport. Это очень прикольный двигатель, знаете, 2 литра. Я очень на многих Samyang'ах покатался и скажу, что, ну, наиболее удачный, с моей точки зрения, вот это 2-литровый турбодизель. Не так давно я на автомате, ну так, ради прикола, пытался на 400 метров зарубиться. Ну давайте, не на 400 метров, а на 40 километров с турбодизелем. А на этом автомобиле легко. Вот посмотрите, как он легко устраивает дрифт. Ну давайте сейчас сделаем дрифт вживую. Можно ли Samyang Xenos вместе? Да, страшно. Вот они. 310 ньютонов на метр и 141 лошадиная турбированная дизельная сила. Так, дальше что? Базовая цена. Базовая цена этого автомобиля от 745 тысяч рублей, ну плюс Кунг и еще 95. И на механке вы можете себе позволить такие чудеса, которые вы видите в конце нашего сюжета. И еще о преимуществах вот этой конкретно самой дешевой базовой комплектации. Разумеется, полный электропакет. Базовая подушка безопасности у пассажира нет, ну и не стоит, как бы джип на раме, все что надо есть. А машина легко разгоняется до 180, не надо там слушать и читать всякие там журналы, типа там скупыренного за рулем, который куплен на корню. Автостоп не куплен, и объективная информация. Дальше что? Здесь, пожалуйста, блокировка передней мост подключается. Плюс здесь, кстати, дифференциал блокирующий, то есть, ну, более чем повышенная проходимость вам обеспечена. Нету магнитолы, пожалуйста, ставьте, хотите 2 единки, хотите простую, тем более, ну, управления здесь на руле в базовой комплектации нету. И еще. И еще, кстати, ну вот есть кондиционер, нет климат-контроля. Но я вам так скажу, Samyang отличается, ну, повышенной мощностью кондиционера. Поэтому установите себе нормальный температурный режим и не болейте пневмонией. А теперь то, что я вам говорил. Вперед по пассе на Samyang Action Sport.